Ребята, всем привет! Приветствую на своем канале Серега Литвин. В общем, я на днях ездил на разведку на море и хотел бы вам показать небольшие сюжеты. Вот, стоит ли туда ехать еще раз? Повезу я туда семью или нет? Решать вам. Мне лично понравилось. Но я хочу, чтобы вы этот оценили ролик, поставили класс и написали, едем туда снимать полный выпуск или нет. А пока садитесь поудобнее, ставьте чай. Погнали. Сами смотрите, где я нахожусь. Это просто шедевр. Ребята, прокатимся, короче. Вот на этой теме. Так. Короче, приехали, сейчас будем купаться. Не, ну вода по кайфу. Ребят, что по кайфу, баня? Ну, просто погреться. А он обещал сейчас, а потом нормально будет. А это, вау, вообще по красоте. Не, пока еще так. Не, ну греться можно, да? Греться, пожалуйста, конечно. Вообще по кайфу. Да, а вот он сказал, через полчаса будет. Прям красота. Лютая, да, баня будет? Ребят, чтобы вы понимали, я, короче, иду от берега уже метров 50. Ну и все. В принципе. Ой, красота, блин. Вообще, короче, надо своих сюда везти. Я вот чисто поехал на разведку. Посмотреть, что, кого, как тут вообще. Стоит, не стоит. Я реально, ребята, говорю, это стоит. Прям реально. О, вообще кайф. Просто лютейший кайф. Надо ребятишек с собой вести по-любому. Ребята. Вы сами смотрите. Сами смотрите, где я нахожусь. Это просто шедевр. Вот там, короче, гора. Вот там гора. Лютейшая. Здорово. Здорово, короче, гора. Прям вообще, смотрите. Скальник. Вон в той горе, представьте, сигануть прям. Щукарем. Это просто лютая тема. Ребят, у нас все контент лучше и лучше. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами Серега Литвин. Евгений, приятного вам полета. Да ты нормально его прокати. Поехал, короче, на берег.